Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня 4 ноября 2022 года. В этом видеоролике я хочу вам показать и рассказать, какие операции я делаю перед обрезкой винограда. Как я готовлю свой виноградник к обрезке. Первый пункт, то что я делаю, это прохожусь, удаляю все листья и пасынки с виноградных кустов. Беру секатор и просто вот пошел, вот смотрите, как просто вырезаю листик, пасынок, повырезал, все, прошелся весь виноградник, обрезал листву. Потом иду, удаляю всю зеленую часть побегов. Это второй пункт. Удаление всех зеленых побегов, которые вы уже видите, что они не вызрели, они зеленые. Смысла от их нету толку, поэтому я прохожусь и удаляю тоже все зеленые побеги. Потом третий пункт. Я освобождаю все свои побеги от подвязок. Вот таких вот подвязок я подвязываю топинером, поэтому у меня вот такие все подвязки. Я некоторые побеги вот освободил, оставил только одну подвязку. Либо просто накрутил на проволоку. Даже не оставлял, а просто накрутил на проволоку и все. Так, мне, допустим, так удобней выбирать лозу. Вот все лозы так положил под наклоном. Я смотрю, какую лозу оставить, какую обрезать. Мне так проще, проще обрезать. Поэтому я так и делаю. Потом четвертый пункт. Уборка листвы. Я убираю перед обрезкой. Некоторые, когда обрежут виноград, тогда убирают. Я убираю сразу перед обрезкой. Я убрал, подгреб, всю листву убрал, все ветки убрал, каналы очистил, листву вынес, выбросил за участок. Либо ее сжечь, потому что там много грибков в листве. Поэтому ее лучше убрать с участка своего. И все, и в таком состоянии находится виноградник, и мне проще обрезать. Где-то через недельку я уже начну обрезку. Вот я подошел, посмотрел, у меня все видно, листвы нету, ничего не мешает. Выбрал себе те побеги, которые мне нужны. Нужно оставить на следующий год на плодоношение, я их оставил, остальное вырежу, выброшу. Поэтому вот так вот, кому надо, пользуйтесь, делайте так же. Может, вам тоже понравится делать по моей схеме, подготавливать виноград к обрезке, а потом обрезать. Мне вот, допустим, так лучше, так комфортнее, я поэтому так и делаю. И показал вам, рассказал. Все, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видеоролик был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Пишите комментарии, с радостью буду на них отвечать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи.